kota ne
Thank you.
I
Thank you.
Да, я нашел. А это... Значит, получается, вариант какого-то белого. Я помню, что вроде он в последнее время стал чего-то белого. Вместо... F4. Ну, я думал про F4. А, это не так ясно, да? Не, ну я просто пытался вспомнить. Вроде же есть еще какой-то спокойный путь. Ну, не идти на все эти осложнения. Какой-то более современный. В далеких курсах дебютов там были. Ну да, вроде за пользу черных оценилось. Я помню, что современная теория как бы ревизию провела, но... Мало теория. Веселая партия была. С ней нужно меняться. Сейчас. Да. Коне-4 как бы принципиально. Понятно, что можно было не бить. Но я вроде помню, что вроде коне-4 даже сейчас ошибка не считается. Не, ну я думаю, я хотел с ней 7 пойти. Ну то есть что-то. Нет, ну, наверное, это несерьезно. Ну, это, ну, если там сейчас... Да. Нет, ну, наверное, это несерьезно. Мало ли, сейчас. Ну, да. Ну, так, нет, ну, ладно, я все-таки не верю, что черные эти позиции хуже. Хотя я не помню абсолютно ничего. Да, 6 назад. Да, значит... Да, я, значит, мне понравился ферзь f3. Я думал про f4, конечно. Да. Ферзь будет на h3, да? Ну, он там стоит как-то так. Вместе с этим. Ну да, может как-то спокойно просто как-то так захватиться и потом. Да, так я. Пытаюсь развязаться, что тоже все пишет. Может даже пробить или тут шмат просто. Да, это сразу. Нет, это нормально. Ну да, мне бы надо, ну, быстро и тяжело было решиться на такое более спокойное продолжение. Да. Ну, там, наверное, какая-то тоже. Может быть, там какая-то даже идея у меня взять, короче, C7 на D8. Обратно C3, короче, на D2 уйдет. Даже не помню.